Всем привет! Меня зовут Екатерина, и сегодня я хочу с вами поделиться таким очень солнечным и ярким салатом. На первый взгляд, такие ингредиенты, как апельсин, грибы, зелень и пармезан, вовсе не могут подходить друг другу. Но, как оказалось, я ошибалась. Этот салат настолько необыкновенный, что он воспроизводит взрыв вкусовых рецепторов, и вам захочется его кушать больше и больше. Ну что ж, давайте приступим к приготовлению. Понадобятся нам следующие ингредиенты. Пармезан, нарезанный хлопьями. Шампиньоны 250 грамм. Подсолнечное масло. Оливковое масло. Уксус бальзамико. Жидкий мед. Черный перец. 150 грамм полевого салата. Половина апельсина. 100 мл 100% апельсинового сока, столовая ложка сливочного масла, 2 маленькие луковицы или 1 большая, зубчик чеснока, сахар и соль. Для начала поставим кастрюльку на плиту и уварим апельсиновый сок до 40%. Пока апельсиновый сок будет увариваться, приготовим заправку. Для этого нарежем лук и чеснок мелким кубиком. Приготовим заправку. Для этого возьмем приблизительно 3 столовые ложки оливкового масла, чуть меньше столовой ложки уксуса бальзамика, а также перец и соль по вкусу. Перемешаем жидкие ингредиенты, добавим лук и чеснок, еще раз перемешаем и отставим мариноваться. Подготовим апельсин для декоративных долечек. Для этого отрежем цедру от апельсина. А теперь вырежем острым ножом дольки мякоти. Теперь подготовим шампиньоны. Запомните, шампиньоны мыть нельзя. Они впитывают влагу и становятся при жарке невкусные. Если вы обнаружили землю на шампиньонах, то просто смахните их щеточкой или рукой. Для этого салата нам понадобятся только шляпки от шампиньонов, поэтому отрезаем ножку и выкидываем ее. Разрежем шляпку шампиньона на четвертинки. На разогретую сковороду нальем подсолнечное масло, добавим сливочное масло и обжарим шампиньоны приблизительно 10 минут, подсолив и поперчив их. В конце жарки добавим щепотку сахара и чайную ложку меда. Перемешаем и обжарим еще 2 минуты. Готовые грибы выложим на тарелочку и займемся декорацией салата. Помытый и высушенный полевой салат очистим от плохих листочков и плодоножки и выложим на салатницу. Подготовленную заправку смешаем с уваренным апельсиновым соком. Польем подготовленный полевой салат заправкой, украсим сверху обжаренными грибочками, апельсиновыми дольками, а также хлопьями сыра пармезан. Вот и все, наш салат готов. К нему очень хорошо подходит свежеиспеченный багет. Желаю вам приятного аппетита и до скорых встреч!